Здравствуйте. Массовая авария со смертельным исходом произошла на 14-м километре Автозаводского шоссе. Столкнулись мотоцикл «Ямаха», внедорожник и «Газель». По предварительной версии, виновником аварии стал байкер. При движении он не соблюдал дистанцию и на полном ходу врезался в черную Toyota Land Cruiser, которая ехала в попутном направлении. От удара у иномарки оторвало запасное колесо, которое отлетело в переднюю фару «Газели». 24-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи. Догнал на оживленной магистрали. ДТП с участием двух отечественных легковушек произошло на проспекте Гагарина. Серебристая «Лада» врезалась в белую. По одной из версий, водитель белого автомобиля начал перестраиваться в левый ряд, не включив поворотник. Серьезных повреждений машины не получили. Две иномарки в лобовую столкнулись на улице Кировской. Водитель красного автомобиля поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра. От удара золотистую легковушку отбросило на бордюр. Машины получили серьезные повреждения передних частей кузова. О пострадавших не сообщается. Задержали по горячим следам. В Кстове полицейские арестовали мужчину, укравшего из супермаркета 38 плиток шоколада. Задержанным оказался безработный и ранее судимый 39-летний местный житель. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. При личном осмотре похищенный в магазине шоколад был изъят у мужчины и передан законному владельцу. По данному факту, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. С какой целью подозреваемый похитил такое количество сладкого, он рассказывать отказался. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если вы стали очевидцами происшествия или аварий, присылайте видео на нашу электронную почту. Канал 1nn@mail.ru и в группу Первого городского телеканала ВКонтакте.